дриады, в древнегреческой мифологии лесные нимфы, покровительницы деревьев. Они являются частью многочисленной категории нимф. Происхождение дриад связано с греческой мифологией. Считалось, что дриады рождались вместе с деревьями, с которыми были неразрывно связаны. Вот некоторые особенности дриад. Дриады обладали красивой внешностью, они были изящными и высокими женщинами с светлыми волосами и голубыми или зелеными глазами. Их способности позволяли защищать свои деревья от угроз, вызывать ураганы и манипулировать растениями и животными. Дриады считались хранительницами жизни всех растений и лесной флоры, помогая людям в заботе о лесах и охране природы. Существовало поверье, что люди, сажающие деревья и ухаживающие за ними, пользуются особым покровительством дриад. Дриады не дадут человеку погибнуть в лесу, если он вдруг заблудился или с ним что-то случилось. Однако за безосновательное повреждение или уничтожение деревьев дриады могли сурово покарать человека, например, лишить его разума.